Всем привет, это вы находитесь на канале про умные гаджеты, меня зовут Миша, и сегодня у нас в обзоре Bluetooth колонка неизвестного мне до этого бренда, называется Away. Также я буду снимать еще обзоры на колонки Transmart T2, Force, еще одна Away, так что подписывайтесь на этот канал, переходите на него, посмотрите. Также мы снимаем еще про приставки, много разного контента, переходите, очень вас там жду. А пока у нас сегодня вот такая колонка. Ни разу ее до этого не открывал, вообще не знаю про нее ничего. Сегодня будет первое вскрытие, так сказать. Все, что мы про нее знаем, это то, что она беспроводная колонка, мощность 2 по 5, то есть 10 ватт мощность. Она вроде как влагозащита, стандарт IPX6, то есть от легких брызг. И, пожалуй, все. Я думаю, что пора уже ее открыть. А, да, ну и играет она 10 часов музыки. Я сомневаюсь, что 10 часов будет на максимальной громкости. Скорее всего, 50-70% 10 часов продержится. Собственно, это уже не новость. На рынке многие колонки так держат. Короче, открываем эту колонку Away Y331. Нейминг, конечно, странный какой-то, но какой уже есть. Так, здесь у нас запечатанная пленочка, и поэтому нам понадобится лезвие. Я вот не могу понять, сверху это грязная сама коробка или так все задумано. Выглядит, в принципе, неплохо. Так, ладно, открываем мы колоночку очень аккуратненьким жестом. Тынь-тынь-тынь. Окей, и вскрываем ее. До этого я уже снимал обзоры... Ох, как она скрипит. До этого я уже снимал обзоры на Transmart колонки T2, правда, на другом моем канале. На этом канале снимал только Transmart T6+, можете его посмотреть. А сегодня вообще будет дебют вот этих Away, еще про них ничего не слышу. Короче, вот с коробки, я вам скажу, выглядит очень-очень даже солидно. Прям тканевая вот эта штучка, бренд, и справа такая резиновая прослоечка. Достаем мы колоночку. Да, справа у нас два сабвуфера. Очень-очень неплохо, я вам скажу. Два сабвуфера – это уже хорошо. Причем колонка же, я так понимаю, сама здесь, а это как просто резинка, которая создает бас. Что у нас еще в комплекте? Тут у нас такая вот хрень. Так. Здесь у нас маленькая инструкция на английском, китайском языке. Все как положено и непонятно. Вот такой вот AUX у нас разъемчик для подключения по AUX, если у вас он еще остался в телефонах, потому что в айфонах это уже прошлый век. И еще у нас кабель, скорее всего, microUSB для зарядки. Да, microUSB, вот все они в таком стиле, смотрите, в таком плоском, непонятно. Ну, видимо, это так задумывалось. И сама колоночка. Колонка у нас, как я уже говорил, водонепроницаемая, IPX6 стандарт. Очень прикольная вот эта веревка, иногда прям очень полезно. Взял на руку себе так, валишь, слушаешь музыку, и все на тебя смотрят и ненавидят за то, что ты слушаешь музыку на всех. Так, ладно, что у нас здесь по материалам? Я вам скажу, что очень все выглядит хорошо, очень приятно. Вот эти вот заглушечки. Итак, здесь у нас карта, microSD карточку можно вставлять, зарядка и AUX. Собственно, как и задумывалось все. И сейчас мы ее будем включать. Самое интересное, я хочу уже послушать и сравнить ее с колонками от Transmart, потому что, мне кажется, это очень похоже по качеству сделано все. Надеюсь, звучит она так же. Что у нас по фиксации ножки? Так себе она, конечно, стоит, как видите. Я надеюсь, что от баса ее не будет разрывать. Или ее можно вот так вот даже поставить, да? Да, я думаю, что ее можно так ставить, нигде не указано, как это правильно делать. В общем, вы себе сами, я думаю, уже подберете. И так она нормально стоит. Так, мне кажется, будет более надежно. Короче, я сейчас подключаю к ней ноутбук, и мы будем разную музыку слушать, которая без авторских прав, потому что не хочу, чтобы мне что-то поприлетало потом. Go! Так, ну что ж, компьютер у нас включен. Сейчас мы пройдем процесс включения и подключения приставки. Я думаю, что... Так. Этот звук я уже слышал у Трансмарта. Вы что там, все на парочку работаете, что ли? Так, ищем в Bluetooth, открыть настройки Bluetooth. Ищем мы с вами эту колонку. Как она называется? Away 331 как-то. Есть такое устройство у нас, и сейчас должен быть какой-то звук про то, что она подключена. Мы ждем его вот буквально секунды на секунду. Это он.
Так, хорошо. И теперь погнали в музыкальный источник. Заходим в хип-хоп и давайте что-то сразу с басом. Так, громкость у нас вот эта вот минимальная будет. Пока что басов я на ней не слышу абсолютно. Возможно, это такой трек. И давайте на максимум выкрутим. Вот это максимум. Так, еще один трек послушаем. Так. Короче, с того, что я пока слышу, это то, что звук все-таки не очень глубокий. Он такой более какой-то, знаете, с высокими. Так, давайте перейдем в какую-то другую категорию музыки, например, хаус откроем и послушаем там что-то, потому что пока что... По звучанию я бы не сказал, что я доволен, все-таки... То ли я уже балованный слишком, то ли мне действительно не хватает глубины баса, глубины звука. Динамики, как я выкупил уже два здесь, они вот, или здесь может быть даже один динамик, фиг его знает, как они там организовали, но они вот так вот бьют, то есть она в одну сторону направленный звук. Эти вспомогательные, которые диффузоры, или как они называются, которые создают вибрацию и более глубокий бас. Ссылочку на эту колонку, чтобы ее купить или ознакомиться с характеристиками и другой информацией, со скидками, возможно, я добавляю под этим видео, так что если вам интересно, то переходите. Стоит эта колонка 46 баксов, и я считаю, что играет она не совсем на 46 баксов, ну как-то слабовато. Я также буду снимать видеообзор на колонку от Transmart, это Element T2+, и обязательно посмотрите этот обзор, потому что я буду ее сравнивать с вот этой Away, и там все-таки выяснится, кто из них лучше, и причем эта колонка дешевле. Это стоит колоночка у нас, сейчас я вам посмотрю. Это стоит у нас 35 баксов, по-моему, да, 35 баксов. То есть эту за 35 можно купить, эту за 46. И тут, в принципе, написано, что здесь 20 ватт, и она также IPX7 водозащита, то есть стандарт чуть-чуть лучше. Мне кажется, что эта колонка будет поярче, поэтому смотрите ее в видеообзоре про колонку T2+, и там мы все это разберем. Ладно, короче, пора подводить итоги. По звучанию я вам скажу, что она громкая, то есть если оценивать по 5-бальной шкале, то, наверное, где-то четверочку, может четверку с маленьким плюсиком, потому что она громкая, мне не хватает чуть-чуть баса. И если бы это добавили, то все было бы хорошо. Я не понимаю, почему его нет, потому что вот эти штуки должны создавать вроде как неплохой бас. Возможно, я слишком балованный, и все это выяснится в обзоре про T2+. Но что еще хочется сказать, по дизайну вообще 5 с плюсом. Реально очень красиво сделано, вот этот логотипчик Away очень прикольно. Ну и вообще смотрится реально классно, как будто такая дорогая вещь. Она и вообще не дешевая, 46 против 34 его конкурента, как мне кажется, но... Я вам скажу, что выглядит реально хорошо. На этом мы можем заканчивать обзор на колоночку Away 10 Watt Y331. Мне все-таки кажется, что немножко Away и не дожали. Могли сделать лучше. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Если понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также переходите на другие видео, там будет интересно. Мы стараемся для вас. Пишите комментарии, будем вас там ждать внизу. Всего хорошего, пока!